Вот тут явно что-то когда-то стояло. Там даже вот в стене вырез. Но это сейчас отсутствует. И что там было? Потом сам блок, вот он опять такой пупырчатый. Да, такими маленькими ямочками. В Кёнигштайне тоже такие видел. Вот здесь на стене нету следа. Вот фундамент есть. И вот эти отверстия там внутри кирпичом заложены. Красным кирпичом. Ну, вот это вот, не знаю, что для чего тут сооружение, углубление. Глубокая яма, ну, метра два где-то. Ну, явно бетон современный. Видно, что он современный. Что за яма, для чего? Ее приделали уже современники. Представления не имею. Ну, ворота похожи на водильные, какие-то они хлипкие. А, все, мы уже круг дали. И вот они, вот эти арки, которые вниз выглядывают, пошли. Мы уже практически круг дали, сейчас опять в те ворота зайдем и начнем со двора, потом пойдем вовнутрь. Что такое? По-моему, позже прилепили. Ну да, все. Кружок мы сделали. Идем в другие ворота. Так, подошли мы к этим воротам, ко вторым, откуда начинали, круг наш закончился. Окна, вам не кажется, они слишком низко, чересчур прям? Я думаю, там все было гораздо глубже. Так, снимем вот, кстати, я оттуда снимал, тут можно ближе снять этот герб. И вот тут такие же вот щиты и два гномика. Ну, железо, я вам скажу, очень толстое. Ну, не меньше сантиметра толщину. Это литье или как? Или пресс? Вот такой вот гномик. Один. Самый гномик из пластмассы. И второй. Гном из пластика, да? Нет. Он пустотелый, но это не пластик. Ну, это, может, ногу приделали. Это не пластик, Мишка? Нет. Это, скорее всего, литье. Литье. Да. Но все самое интересное, пустотелое. Ну, как бы вот тут видно, как половинки, что ли.
Потом что, склеивали или как? Не знаю, как это было сделано. Тут чего-то явно не хватает. Вот тут свежие вот приделали, а тут просто прямые вставили. Не знаю, что это, камни вставили или что. Прям там просто. Ну там какая-то надпись явно была когда-то. Вопрос какая? Вомоща. Собачья физиономия. Железо, конечно, тут очень мощное. Навесы тоже очень мощные. Толстые, мощные. Там повсюду он, как бойницы, не бойницы, непонятно. Ну, если как бы бойницы, да, логично. Сюда зашли, и тут со всех сторон по тебе. Там явно есть помещение. Сутрит норфер персональ. Понятно. Нечего вам тут делать, туристы. Много будете видеть, много будете знать. И с той стороны вообще вам заборчиком обгородили. Тоже там дверь. И там этаж идет сверху. Ну, с этой стороны тоже такие же гномики. Ну вот окна. Опять слишком они низко. Не кажется вам чересчур низко? Сколько тут таких вот острых шпилей? Много. Но тут явно вот крест уже современный приделали. Там его видно, что он даже свеженький. Там явно креста не было. Что-то было другое. А вот вам и огромный, просто огромный магнетрон. Jetzt zu Sekretärin, dass sie das, ja, toll. Ja.
Вот еще одни ворота. Зачем тут сетка? Кирпичом заложили. Входы опять для персонала. А тут все с кирпича. Сплошной кирпич. Колонны, походу, металлические. И с другой стороны тоже все с кирпича. Кирпич, причем, похоже, свежий. Межань, шлем купи. Вместо маски. Задолбали с этими масками, блин. А вот вам еще один магнетрон, но явно его переделали. Это уже свежая версия. Флюгеле надпись 1867, а в гоглях написано 57. Ну и вот самое интересное, как всегда, это первая дверь, которая вниз уходит. Но я думаю, их тут должно быть много, потому что много входов только для персонала.
Там окна изнутри замурованы, ничего не видно. Вот тут явно кого-то не хватает, кто-то здесь стоял, по обе стороны не хватает. Магнетроны и все остальное тут уже новодельное явно, видно, что свежий песчаничек. Итак, вход только с тестом. Опять мне принципиально пришлось не идти. Придется в интернете что-то наискать и внутренности этого замка показать. Но что я тут вижу? Ступеньки явно приделаны. Вот тут я не вижу. К сожалению, решетка не позволяет рассмотреть. Но я подозреваю, что там окно. Решетку сделали сильно большие ребра, и туда нельзя посмотреть. Нереально. Но ступеньки эти явно новодельные, их изначально тут не было, этих ступенек, потому что вот кругом окна мы видим четко. И ступеньки, вроде как бы тут для ног, но я... Там же окно, да? Да, вот, сейчас вот прям отсюда, если посмотреть, там видно окно. Но я не думаю, что на камеру это будет видно, но там явно окно. В общем, не пошли мы принципиально опять в замок. Тут с тестом. Не хочу я делать никаких тестов. Ой, зомби. Зомби зомбами погоняют. Одни зомбированные кругом. Тяжело, тяжело. Все очень нехорошо. Все настроение испортило, зараза кассирша. Сразу говорит, оденьте маску на нос, потом обойдите вокруг, а потом говорит, а где ваш тест? Хотите, говорит, можете купить 6 евро,
Дело не в деньгах, дело в тесте. Какого перепуга меня кто-то должен тут тестировать? Вообще, дурдом полный в этом мире на сегодняшний день. К сожалению, я видел, вот там на самом верху люди ходили. И я понимаю, что я туда не могу попасть из-за этого дебильного правила. Но магнетрон мне нравится. Я вижу, даже там металлическое кольцо внутри. Ну, конечно, можно сказать, это просто для укрепления конструкции. Возможно, и для укрепления тоже. Но такой мощный. Ну вот окно, а там, во-первых, глубоко ниже грунта земли арка. То есть представляете, какая там глубина. Но вот эта арка, которую вот сейчас видно, я понимаю, что на видео она не будет понятна, но она где-то на сантиметров 20-30 ниже уровня земли. Вот эта арка, которая просматривается. Хоть дворы поснимать. О, какая лесенка интересная. Тестироваться или что? Такую даль приперлись. Меня вот, ну, меня это, честно говоря, убивает вообще. Желание нулевое просто. Прям все настроение испортили. У меня что, вид больной или как? С какого перепугу вообще?
Вот смотри, вот это что, для обороны сделаны бойницы? Тут как, лежа? Только лежа. Даже сидя нельзя. Тут решили чуть-чуть вокруг замка походить. Вроде канализационные люки нормальные, да? Хотя кто его знает. Но странно, что их тут как-то много. Там два. Тут один, два, три, четыре, пять. Зачем их здесь столько? Вот это что за труба? Это канализация или это отдушина? Мне напоминает это отдушину, да? Тут, возможно, в люк один спустишься и в замке где-нибудь выйдешь. Не факт, что это канализация. Может, какая-то, какие-то канализация. Ну, труба вот так канализационная, ну, отдушина типа, да, в канализации. А тут вообще замаскировали вот эту отдушину. Такая бетонная и фигня, и из нее торчит одна. А тут вот еще одна. Спрятанная. Что-то странная какая-то канализация с кучей отдушин.